Всем привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу об одном из лучших, в принципе, автомобильных кресел в категории 0.1 с рождения до 3 лет. Это кресло от компании Britax Roemer Dolphix iSize. Это самая дорогая модель, получается, в линейке среди стандартных кресел, имеется в виду. Вот, в категории 0.1. У нее есть прямой конкурент. Скорее всего, в следующем на этом канале выйдет обзор его конкурента. Если что, подписывайтесь на канал и сравните. Если хотите что-то лучшее, то вот эти два обзора вам будут очень полезны. Собственно, Dolphix iSize. Вот так оно вот выглядит. Это кресло, поворачивается на 360 градусов, с очень высоким уровнем безопасности, с шикарной посадкой. Ну, в принципе, это все перечисляю, но сейчас я вам на деле покажу. Соответственно, сейчас оно повернуто к вам, потому что вам хотел его просто показать. Вот как оно поворачивается. Здесь для этого есть кнопочки. Нажимаем и просто крутим. Никаких танцев с бубном, здесь ничего нет. Соответственно, когда ребенка родили, едем в роддом, счастливый, забираем ребенка. Куда его положить? Вот сюда мы его и кладем. Соответственно, для новорожденного ребенка у нас здесь что есть? У нас здесь есть специальные анатомические вкладыши, которые делают положение новорожденного ребенка правильным в автомобиле. Не нужно ждать горизонтальной поверхности в автомобиле. Это неправильно для автомобиля, это небезопасное положение при ДТП. Ребенок должен быть в автомобиле полусогнут и сгруппирован. И тем самым рекомендует производитель, да и врачи, кто угодно, кто в этом разбирается, нельзя долго возить новорожденных детей в таком положении. Поэтому забрали ребенка, отвезли домой и достали ребенка. Первые месяцы его жизни минимизируйте время поездок, оно должно быть очень коротким, поэтому имейте это в виду. Соответственно, принесли ребеночка, на нем должны быть ножки, не в коконе каком-то замотан ребенок, а ножки, чтобы были отдельными, чтобы мы правильно застегнули, потому что крепим ребеночка, мы пристегиваем пятиточными ремнями. Соответственно, пристегнули, положили, развернули, все, вот так мы двигаемся. Соответственно, вот в таком положении мы едем приблизительно до 9 месяцев. Это минимум. Но стандарт iSize подразумевает, что вы будете возить ребенка дальше. Если ребенок еще помещается, вы можете возить до полутора лет. Сколько хотите, столько возите. Пока ребенок физически здесь вмещается, возите. Это полезно. При лобовом ДТП на 80% эффективнее положение против хода, нежели чем по ходу. Поэтому это имейте в виду. Стандарт iSize подразумевает нам это, что против хода как можно дольше возите. Ноги уперлись, уже все, коленки у ушей, все никак, все, разворачиваем. Соответственно, вот так мы едем. Ребенок вырос. По ходу движения мы поворачиваем. По ходу движения повернули, все, ребеночек смотрит вперед. Соответственно, к этому возрасту наверняка ему будет уже тесновато ездить вот с этими вкладышами. Сейчас я их достану и вам покажу. Вот эти вкладыши. Соответственно, здесь есть замочек. Можем отсюда достать наполнение. Здесь и сбоку, и оставить такой маленький небольшой матрасик, если хотите просто, чтобы оно было помягче. И вытащить начинку. Подголовник сам, он очень-очень мягкий, приятный. Соответственно, это по желанию. Можно оставлять начинку самому вытаскивать, чтобы было мягче. Соответственно, вот так оно у нас едет по ходу движения. Можете оценить, сколько здесь места. Когда здесь вкладыш, здесь кажется, как будто бы места немного. На самом деле это полноразмерное кресло категории 1. Так же, как и Trifix, King серия у Roemer. Приблизительно столько же места и там. Соответственно, раз мы перевернули, мы превратили его в обычную категорию 1. У нас здесь регулируется подголовник. Подголовник не отдельная подушечка, а полноценная конструкция. Высота ремней регулируется вместе с подголовником. Это очень удобно. Кстати, чтобы вы не путали, когда будете смотреть расцветки, вот конкретно это кресло в этой расцветке, это Highline серия, это чуть подороже кресло, потому что здесь очень крутая ткань. Она гипоаллергенная, очень качественная, очень натуральная, тактильно приятная и визуально она посимпатичнее смотрится. Ну и, соответственно, это чуть-чуть
прибавить в цене. Поэтому имейте в виду, будете расцветки выбирать, обратите на это внимание. Так, что касается комфорта, когда едем лицом вперед, нам нужно наклон, чтобы у нас был. Вот, соответственно, вот такой наклон по ходу движения, это очень круто. На самом деле, потому что кресло, если вы купите один, категория 1, с 9 месяцев, оно будет наклоняться немножечко хуже. Поэтому вот универсальные кресла в этом отношении, эта модель конкретно, поинтереснее сделана. И, кстати, что касается ремера, почему оно дорогое, почему его так все любят. Во-первых, это очень крупная компания. У них производство полностью налажено в Германии. В Германии от болтика до шпунтика до ниточки все немецкое. Поэтому... конечно, оно будет стоить денег. За качество они берут, они реально труд. Там все очень серьезное производство. Поэтому и получается, что его дешево сделать невозможно. И мы получаем лучшее. Вот. Так, ладно, отошли в сторонку. Что касается безопасности, как я уже вначале сказал, это кресло одно из самых безопасных. Здесь использованы все самые навороченные технологии, которые есть у Рёмера. Система SIX стоит, которая при боковом ДТП гасит энергию удара. И она здесь стоит другого типа. В старших креслах имеется в виду не в линейке, там, по старшинству кресел, а по возрасту. С 3 лет, например, SIX-система, она внешне и выкручивается. Здесь она встроена, потому что по-другому реализована. Но эффективность тоже очень хорошая. Поэтому по безопасности прям огонь. Универсальное с рождения, как бы до 3 лет. Раскидайте его стоимость на 3 года. Ну, это на самом деле, это недорого, если уж так вот смотреть. Да, это дофига цена, ну, пол айфона. Ну, пол айфона. Вы же можете с ноги купить себе новый айфон. Ну, вот и ребенку можно купить спокойно за пол цены айфона такое кресло. Соответственно, ладно. Подытожу. Все, что хотел рассказать по креслу, я вам рассказал. В целом, добавить здесь особо больше нечего. Единственное, сейчас я еще покажу, как его крепить. Оно на Isofix устанавливается. Но в целом, если хотите самое лучшее, это самый лучший практический вариант. Еще один конкурент есть. На днях тоже выйдет на нее обзор у меня на канале. Вот их сравните и уже сделайте выводы. Ну, а я покажу вам, как крепится. Здесь, кстати, система упора в пол. Здесь очень простая кочерга. Вниз уперли ее в пол. И, соответственно, и больше ничего делать не нужно. А сзади у нас классический Isofix. Вот он. Он гибкий, под любую машину подстраивается. Защелкнули. Соответственно, все. Больше ничего делать не надо. Пристегнули. Все отлично. Снимается тоже красненькие тут кнопочки. Отжимаем, оно отщелкивается. И упор в пол, соответственно, отрегулировали. Вот, на этом все. Хочу вам пожелать хорошего, грамотного выбора автомобильного кресла и безопасного для вашего ребенка. Если обзор вам был полезен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И в заключение, миру автокресла большое спасибо за предоставленное кресло на обзор. И всего доброго вам. До свидания.